Трэш почистим, там же и время подойдет. Так, мне надо сунуть. Пруф что, на замене пока сидит? Ну, доступа вроде нет. Или, если доступа не, зачем он тут? Если доступа у него нет, то ЕП он не лутает за этот рейд. Я вот не помню, у него, по-моему, нету, да, Золомана? Кто знает? Сейчас прошу. Да-да, ребят, привет, я в Дискорде. В 25 обычки или Геры? Мы yeah. в Геру. У тебя доступа нету в Геру, да? Золоман не убит. Не, Золоман закрытый у меня. И я ходил уже 25 Гер, только Лича не убивал. Зачем вы каски бичевские вафнули? Че, брать его? Нет, пускай полутает какой-нибудь говношмот там, типа сила гнили там, блядь. Как думаешь? Тот-то не надо назвал? Как-то чередовать у нас, что-то меликов овер дохуя. Так, 5. Кто добирает вообще меликов, блядь? Набор РДД идет. 8 РДД? Ну, среди А, появляются милики, блядь. Короче, брать его или не, пускай сидит пока. Да пока не спеши. Нямка, если что там слоты ложит. Все, херачим трэш. Где танку дайте? Сережа, у нас только ЦЛК сегодня, все? Нет. Подиспольте. Дальше поди. Да некому диспалить, а тоже в этой хуйне. Диспойлить может Вольфсон, может Враска, может Вадим Паладин. Мне кто-то кинул обмен, ребят, я не могу его принять, и вашего ника я не вижу, кто это. Попробуйте понимаешь, еще раз. Понимаешь, что я тоже был в этом говне, как я буду диспойлить? Сейчас, трэш добьем. Да, я не подумал. Стало интересно. Я не знаю, ребята, но... Типа, я думаю, что это не так круто, типа, идти от РТ стоит 12.30, да, идти там, не знаю, куда-то, какие-то охоты там, старайтесь там, не Спасибо. Знаю, как-то, ну, чтобы было время на все это вне РТ, может так не делается. Я считаю, три боешки. Я бы пулял босса, я не знаю, потому что, ну, конечно, там понятно, недолго будет выкавы там. Ну, блядь. Пуляйте, чего стоите? Паладин, ты научился в бою, либо? Есть у меня инфодок на дотрес. Чё? Еребафать в бою, ну чтобы вот Рога напулил трэш, то трэш инсур. А кому из Рог вообще лут не нужен в ссылках М? Чё за Микадзе на замену. Оказывается, это расизм. Почему из Рог? Потому что их много. Так, еще раз присадите мне в ПМ, кто мне передал эту чарку. Я не видела ника, потому что меня забагалось. Да и не надо. Бог послал кусочек сверху. Не-не-не, так не делал. Сейчас, сверну. Ты бы лучше похотала меня. Вы убили вонючку! Сейчас получите! Серьезно? Один голд? Да гони давай, ты чё? Ага.
Там чарка дорогая, блин, ну как? Косарь, короче. Да. Гони мой голд! Да. Yeah. Спасибо. Понимаю. Красиво. Осуждаю. Смачного пендаля выписал. Я знаю, кто спулил собаку. Кто? Сова. Какая? Ты, наверное, воет. Я дохло лежу. Ну так, для справки трэш сливать надо. Все пошло на сказка 8%. Но она же все-таки есть. То вообще не было бы ничего. Нямка, а чё ты кого еще кому слот хочешь? Кир сейчас зайдет. А он кем? Магом, конечно. Ну и Лем нам не нужен, сова есть. Пускай нямка хилит Луцинь в танк, обратно Редбар в Фурика. ДВ рейди посох кто-то с леди забирал или нет? Ну а Чехов все понял. Ты квест сделал, кровь собирать можешь? Отлично, так. Клятва с лича кому нужна в рейде? Можно рыбу? Птенчики. Чё с Буливаном? Неизвестно. Фу, кулаки. Коват топчик. Рыбу поставил хавать. Локи, шкаф. Сумон кого не хватает. Айзек, походу, лагает еще. Че свичит Буливан на кого-то? Айзек пишет его на замену. Во флуде. Сейчас я перезайду, Адон. Это кто, Айзек или Буливан? Буливан молчит, Айзека я убрал на замену. Кто пойдет на Микадзе или Пуфс? Да походу оба два. Вместе Буливана, да? А где? А, смотри, его надо кикнуть. Этого. Кто он? Айзека. Чтобы слот освободился. Он исчезнет, так можно будет смотреть.
исчез. Леша прочитал. Отлично. Я ж тебя суммонил намекаться. Вульф, стоишь, хилишь, держишь рейндж. С РДДшками, чтобы никого не заболевать. Когда будут споры выносить, надо сбежаться в него, чтобы словиться. Тут босс кидает пельмени, как на профессии. Да, единственное отличие, это что пельмешки будут лететь. Главное их не словить. Так, МТ на боссе кто еще раз? Луцинь. Первый. Че на бафы пул? На Микадзе чего не хватает? Нянка готов? Мидекс, выноси. Ты еще висишь? Элемент. Чтобы все спали. Блять. Все нормально, все нормально. Я за дорогой. Чувствую.
Это дичь, короче, какая-то, блядь. Зависает, короче, то порой отвисает, то вообще выкидывает. Там ловушка может быть, не торопитесь. Мидекс скачай в полезных аддонах и ПГП лутмастер. Понимаю. Причем ФПС падает, короче, не знаю, бля, это походу аддон какой-то, да? Я не знаю, у меня вчера Бока так же было. Дома ты сала и нормально. Я походу с аддоном что-то связано, блядь. Ну, причем ФПС это с компом что-то связано. Не знаю, мне на роботе вчера упал на 8. Единственное, то, что я помню, на 8 FPS. Чехов, перчатки не были. Да, тогда. В чате Polypower, пожалуйста, чтоб не задавать таких вопросов. Чё там? Бежим. А, всё, забываю, что это самое. Давайте как убьем гнилого, подбежим на совет и вагу сумнем сразу же после лута. То беготня это долго. Так обычно всегда делали в быстрых рейдах. Это прекрасная идея. Вообще, не знаю, это вот на автомате уже было. Танки, кто там на ком хочет быть? Я на фильме. Отлично, верчу на пул. Пока не надо, вообще ее по 30% сдают. Там мелкий на РДД гуляет просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Крепучка, вонючка! Ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Но есть и отличные новости! Даркс там есть, нету? Море слизи, хоть плыви по ней в круизы! Ого! Да я поэт! Потрясающе! Там больше ни у кого квеста нет, скажите сразу, да? Блять, опять забыл, да? Забирай. Народ, пока вы босса не бьете. А ну-ка, посоветуйте Холи Пала, который шарит. Нету таких. Играть Холи Палом посоветовать? Пообщайся с Эллинджером. Он всегда всем отвечает, он очень вежливый. Ага, спасибо. Который из Джока. Я понял, какой. Угу. Ты хочешь Холи Палом играть? О, Калат. Добро пожаловать в клуб. Надо в срочном порядке Фисяо в рейд поставить. Если бы меня спрашивали, кем я хочу играть, я бы танком не играл. Ну, на Микадзе, я помню, не надо ничего отсюда. Могу уступить. Ну, допустим, давай. Меня на Айзека поменяете, он все равно больше, чем я дает. Айзек лагает. Я могу после принцов уступить. Ну на принца. Ему только на принцах писяши? Или вообще в принципе вреет? Просто на принцах особо не нужно 5 хилов. Делать ему стадии. Ага, поняла. Тогда нет. Так, любой милик, которому вообще ничего с целка не нужно, плюс чат. Вот на Джайну не возьмем тебя, Элла. Не, вот эту вот парочку я бы оставил. Ну, на Микадзе же, ты говорил, ему ничего не надо. А, точно, да, на Микадзе. Микадзе, иди послакай. Вниз, спуститесь. Хочу чипсы, вчера в вечернем рейде не было? Не было его вроде. Ну, с утра, по-моему. Чё, только я и Пал контролит, да? Чё, блядь, его, всё. По-моему, наша КД... Не пуляйте трэш после этой комнаты. Стопните и суманите Фисяо. А чё, квесты будет делать? Чё-то души ему надо ещё 40 штук. Он души добьет и будет делать стадии. Кому его как раз на трэше добить? Не пуляйте больше. Да не пуляй, это все могут сагли, если не в контроле. Там один друид дал корни танк, я контроль. Больше никто не давал. Ну, престолов-то нету. Контроли могут давать абсолютно все друиды. Шкаф! Дожди, там пока я не мог. Комбат еще. Пока я не мог стыкнуть. Но не все же в бою-то. Почему, кстати, бой? Да. Присумонится, да? Нет, еще нет. Не пулим дальше. О, бой пропал. Ты игрок не найден, пишет. Да. А, все, ждут нормально. Все, чистим дальше. Контролить? Чего стоим, кого ждем?
танк с агри ждем, потому что тактику может закончить. Что-то какой-то странный этот челленджер. Чем это? Шея на меткость, две профессии всего. Может это? Ну слушай, он на роботе в ХМке Ока выдавал 22 тысячи хпс. И в соло на Аларе он выхиливает двух танков между платформами. А вообще у него есть гайд на форуме Сируса. Можешь это поискать, если сомневаешься? Гайда все не указывает то, что надо. Чего их делать туда? Смотри, что ты хочешь от этого. Он просто поделился своим опытом. Все, что он хотел, он сказал. Осуждать это не нужно. Зачем писать гайд, если ты не рассказываешь то, а что это, все это не как... знают? Это не совсем гайд. А если есть вопросы, он всегда отвечает. Мне так точно. Если Кават захочет, потом поговорим. Я его в Дискорд позову, да. Не знаю, Саланджер всегда отвечает. Во, видали? А его пока в сети нет. Я как будет... Ну, очень вежливо, никогда никому не говорю. Этот пал, который от шоков, да? Да. Он и у нас был. На травах двух. Паладин, твой килисет. Вульф, здесь надо держать рейндж на вихре и лишний раз по комнате не двигаться. Понял. РДДшки. Одна кинетика падает, всем сразу ГВ. РЧ на баф и пул. А по кинетике Скада пишет дамаг? Пишет. А бомжатского приста нету? Ты имеешь в виду исходящий от нее урон или входящий в нее? Входящий, он поглощение вроде как идет. Но там по ноль. Там отображается неправильно. Дим, я забыла переслать. После босса это сделала. Здесь нельзя двигаться. Лёша, стой! Стаки спадут под... На сцене, ребят. Пока тут поднимают Даркс, Энджи, Адванс. Алло, да? Белл, сдаем. Войд, подними Энджи. Энджи Адванс.
Ребят, у меня интернет упал. Проф, Ник. Даркис плюс-минус. Это Рофл. Даркис. Крутак бы взял, то на Эрдру собачки такой же. А можно как-то вот этот аддон, типа, настроить? Ну, типа, я, допустим, играю латником, мне бы там не хотелось видеть, допустим, ткань там, вот эту хуйню, интеллект. А чё, с совета нельзя душу забрать? Ну, посмотри, в ком лут лежит, может. А, Слава, нет. А Сланы? Сланы да. Можно. Можно. Все, в душ сколько еще? Сейчас тут. И там, да. А у них... У вас с Войдом не одинаковые души, не? Нет. Нет? Ну, хорошо. Наши им проще собирать. Гораздо проще, да. Ты надо можешь... где-то трошечку найти. Пока... Вальки на... есть. Напротив же там есть... Там, шоколад. Если я не ошибаюсь, то перед Валитрией Эвент, который там нихера не собирает. Там не собирается, конечно. Надо в комнату, наверное, залететь будет. Как вот у него осталось, пишемус. С дракончиков можно собирать, которые перед Синдрой. Собственно... Ладно, Ланатель, идем сразу же к Валитре. Плюс можно собрать, я правда не знаю, как вот, с большой бабы. Кому Фисял говоришь? Да, я просто говорю, не знаю, как. У него не тот квест, как у вас. Где у него за каждого говорю? Моба нет душу. Ему за мобов, да. А вас за боссов еще можно. А, для медиков. За ШМ-ку как бы тоже дают душу за босса, но только одну. Да. А у них 50 там для Рида. Я просто говорю, с какого трэша. Я только трэш перечисляла. Вот перед Валитрой баба такая, которая со щитом стоит. Знаю, для Шеремки за Эвент перед Валитрой
ничего вообще не собирается. На первом этаже есть трэш, там хватит души. Вот. Так вон же еще трэш, вон там впереди, пойдемте. Вот и здесь, значит, да, в ту сторону. Если тут не хватит, то на первом этаже есть трэш. Есть. Думаешь, резнулся? Конечно. Так, а мы чисто по миду прошли и все. Там по бокам трэш. Бокам. Там трэша ему с головой, там сотка трэша будет по-любому. Че, у Фисяла уже лед есть? В смысле? Ну, на шее осколки. Мелик. Другое. Ой, а че, блядь, вообще? Ага. Не, он думал, может, он вдонил осколки. Неплохо бы вот этого тактика стаунтить и набрать на нем агро. Да? Которого уже почти убили. А че, он на профоквест будет делать, да? Он на все будет стадии делать квесты. Будет весело, нахуй. Ничего сложного. Ну если он супер скилловый, то он не должен быть. А тут надо, чтоб РДД убили без плевка. Да, у него есть танк спек, все будет нормально. Не обязательно без плевка, плевок нужно давать. Ему раги не хватит, ему аквест все там хватит. Раги. Хемки, блядь. Блять, в обоме очень легко делается стадия. И главное просто перед переходом на третью фазу тыкнуть его. Баф от шема. Плеваться можно там сколько души угодно. Сука, привет. Это не стопроцентный вариант, что ты мне говоришь. При условии, что он очень опытный игрок и в кукле сидел. Да вы зря паникуете. Вообще без всяких проблем все делается. Кто говорит не стопроцентный вариант, вы просто в кукле не играли никогда, ни разу не сидели. Ну да, походу дело так. Нет, и есть. Нет, стопроцентный вариант, это я слизнюка без плевка убиваю. А то, что, блядь, под конец стадии прожать, это не стопроцентный вариант. Там я тут трэш внизу. Энжи! Ты 4, ты 5, ты же вчера последний кусок добил. Браска, ты понимаешь, что такое растягивать лужи? Спускайтесь, мы не идем на лан, уже сказали. Мне прокрутилось, не могу, лучше это еще раз напиши. Слишком много зеленых сообщений. Сука, душ. Элрей, я это вот понял уже, поменяю вас. Думаешь, если у меня есть... Ну, валитри как раз у тебя хватит. Могу я, блядь, делать квест или нет? Ну, можешь, но... Большая разница, в каком рейде делать квест. Энжи, напиши мне, Навара, где твои 4-5? Писяо, напомни время завтра. А этих не считают мелких? Этих тоже считает. Ну да, здесь. Стой, 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 подожди. Тебя завтра подавят. На чем повернитесь? На чем? Давайте валик убьем сразу. А че, вы повернули бы по витре? Там и трёш есть, и с одного босса убили бы. Подниматься аж потом опять. Где ДК? Он вот тут. Да, чары, просто я надеялась, что ты вернешь эту чарку. Чары. Может, тоже никуда мы поднялись. Там дальше ничего нет. Куда вы там пошли? Спасибо. Все, сколько еще? Я же говорю, первый этаж. Давай Вальку призовем за копии, которая она вызывает. Бля, перед валютой там трёшь стоит. За копии будем. Вниз спускаемся, убиваем 6 мобов и идем дальше. Давайте тоже души дадим. Как мы тебе квест сделаем, когда мы вчера убили? О, видите, не у всех убит квестовый чувак. И чё, ты предлагаешь его резнуть, этого чувака, или чё? Если меня не слышно, все тпшатся на первый этаж ко входу. Браска, я ничего не предлагаю, просто говорю, что не у всех квест сделан. Он догадался.
Я же говорю, что он убит. Какая разница, сделан он нихуя нет. Я в курсе, что он убит. Чё ты на меня нападаешь? Смотрите, пауки резнулись. А паука? Да вон вправо-влево, там еще по углам трешно хуйня. Ебать, кому ты там написываешь? Вы даете ударить? Че тут, кстати, два чувака собирают души, два дебафа от Шема. Ну, Шем могут хоть 100 человек собирать. Нет. Шем души фармить могут кто угодно и как. Там баф стакается от разных игроков. Только стадии нельзя, к сожалению, вместе делать. Сяо, все, закончил? Почему, если двум чувакам на Ланатель зеркало не получится? Не получится. Ловушку активировали. Это не важно, все назад ко входу ушли. Не важно, так не важно. Через левую сторону, Лен, туда пошли. Все, взял все стадия? Да он про не задал вопрос. Вполне толковый.